Дорогие друзья, канал «Домашняя кухня с Аллой» приветствует вас. Друзья, всем привет! Сегодня хочу приготовить простой домашний пирог, который будет состоять из 300 грамм муки, творога тоже в количестве 300 грамм, 4 яиц, 150 грамм сахара понадобится, 120 грамм сливочного масла, 15 грамм разрыхлителя, немного ванили и примерно 1,5 яблока. Итак, давайте готовить. В емкость для замешивания теста я добавила яйца, сахар и добавляю жидкий экстракт ванили. Если ваниль у вас в порошке, добавьте 1-2 грамма и все тщательно взбейте миксером до легкой пены. В яичную смесь добавляю творог, разомну его лопаткой, а затем все смешаю миксером. В отдельную мисочку выложу масло сливочное, растоплю его в микроволновой печи и соединю с яично-творожной массой. В муку добавлю разрыхлитель, слегка перемешаю для равномерного распределения и просею все это в тесто. Тесто для удобства я размешаю лопаткой, потому что в итоге оно получается густым. Теперь по радиусу формы диаметром 22 сантиметра из пекарской бумаги я вырежу круг, которым буду устилать дно формы. На дно формы наливаю масло и смазываю бумагу и бортики формы. Затем выкладываю тесто. Тесто выравниваю лопаткой, а затем мокрой рукой сглаживаю все неровности на поверхности теста. Затем нужно помыть яблоко, разрезать пополам, вырезать серединку и нарезать его на дольки. Теперь осталось самое простое. Дольками яблок выкладываем поверхность теста по кругу. Вот так выглядит пирог. И теперь я его ставлю в духовку и буду выпекать при температуре 180 градусов 1 час. Друзья, если верх пирога у вас будет сильно зарумяниваться, вы можете смочить пекарскую бумагу, отжать ее и накрыть сверху пирог. Пирог готов, я его накрываю тарелкой сверху, переворачиваю, снимаю форму, а затем пекарскую бумагу со дна пирога. Ну а теперь моя любимая часть видео. Разрежем пирог и посмотрим, какой он получился в разрезе. Всем любителям творожного теста, я думаю, рецепт понравится, потому что пирог получается нежным, вкусным и, самое главное, влажным. Ну вот такой он красавец. Не правда ли? Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых вкусных встреч. Всем пока-пока. Дорогие друзья, благодарю вас за подписку на канал. Всем вам желаю здоровья и успехов.